Несмотря на свой устрашающий вид, это насекомое безвредно, но может слегка ущипнуть обидчика клешнеобразными придатками на конце брюшка. Это насекомое можно по праву считать одним из легендарных. У разных народов имя этих животных «проткни уши». Английское ее название – «ухокрылое». Предложено несколько гипотез, объясняющих это. Одни считают, что клешни на конце их тела похожи на инструмент, которым косметологи прошлого прокалывали женские уши для сережек. В народе бытует поверье, что уховертки залезают в ухо спящему человеку и повреждают барабанную перепонку. Но это просто выдумка. Ну вот интересное замечание. В сложенном состоянии крылья уховертки напоминают ухо человека. Так что могла существовать и другая причина названия этого насекомого. Живут уховертки в прохладных сырых местах, например, под камнями. Загляните под бревно, груды листьев или под корни дерева, и вы наверняка отыщете там одну-двух уховерток, а то и целый десяток. В дневное время уховертки обычно прячутся в укрытии, а ночью выходят на поиски пищи. Едят они практически все – фрукты, цветы, гниющую растительность, а иногда и мелких насекомых. Однако вы вполне можете увидеть их и днем. Уховертка обыкновенная или европейская – насекомое из отряда кожистокрылых. Народное название – щипалка. Уховерток также часто называют двуххвостками, однако настоящие двуххвостки – совсем другой отряд класса скрыточелюстных. Длина тела уховертки – около 1,5 см. Окраска у этих насекомых коричневая. На голове фасеточные глаза. Ротовые органы грызущие и направлены вперед. Усики длинные, нитевидные, с ясно выраженными членниками. Передние крылья твердые, короткие, без желкования. Необычный вид уховерткам придают клешнеобразные придатки на конце брюшка, которые по-научному называются церки. У самцов церки крупнее. У каждого вида они имеют свою форму. Подвижное брюшко позволяет закидывать церки вперед, выставляя их над головой, как грозное оружие. Уховертка может ущипнуть за палец, если ее грубо схватить.
Обыкновенная уховертка ведет скрытый образ жизни, прячась днем под камнями, поваленными деревьями, а также под корой деревьев и старых пней. В таких укрытиях уховертки иногда скапливаются в больших количествах. Ночью, наоборот, они становятся очень активными, выползая из своих дневных убежищ, и быстро бегают в поисках пищи, которая может быть очень разнообразной, и состав которой зависит от особенностей того или иного места. Они могут питаться различными частями мертвых и живых зеленых растений, грибками и водорослями, развивающимися под корой, а также и животной пищей, в том числе мелкими насекомыми. Как и все представители этого отряда, обыкновенная уховертка развивается с неполным превращением. Спаривание происходит в конце лета, начале осени. Причем продолжается оно в течение нескольких часов. Через несколько дней самка откладывает яйца в одной общей кучке, в специально приготовленном гнезде. Гнездо представляет собой вырытый в земле ход длиной от 5 до 8 см, реже до 15 см. Самцы обычно плохо переносят зиму, и весной иногда можно находить их трупы, лежащие возле живых самок. Самки проявляют своеобразную заботу о потомстве, охраняя яйца до тех пор, пока из них не вылупятся личинки. При этом самка располагается в гнезде таким образом, что прикрывает отложенную кучку яиц головой и передними ножками. Ей приходится охранять свое потомство не только от внешних врагов, но и от самца и других самок, которые не прочь иногда полакомиться отложенными яйцами. Ночью, едва стемнеет, самка отправляется на поиски пропитания. Она кормится сама и приносит корм в гнездо. Повзрослев и окрепнув, личинки отправляются на поиски еды вместе с матерью. Кормятся независимо друг от друга, кому как повезет, но после ночного похода вся компания возвращается в нору. Так проходит около 2 недель, но потом тяга к дому слабеет, личинки расселяются и начинают жить самостоятельно. За 1 год на свет появляется всего 1 поколение уховерток. Однако это, казалось бы, немногочисленное семейство насекомых способно нанести огромный вред вашему саду. Вследствие своей всеядности обыкновенная уховертка иногда становится вредителем сельского хозяйства, так как может повреждать листья, побеги, цветы и выедать незрелые семена. В ряде случаев она вредит хлебным злакам, различным огородным культурам. В садах она повреждает цветы и листья декоративных растений, а также плоды плодовых деревьев, особенно яблоки и персики. По своему происхождению обычная уховертка – типичный элемент европейской фауны. Однако, благодаря человеку, она становится почти космополитом, так как завезена в Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию. В Северной Америке ее считают карантинным объектом. В Австралию она проникла впервые в 1934 году и с тех пор стала серьезным вредителем декоративных и садовых растений. Образ жизни, сходный с образом жизни обыкновенной уховертки, ведут многие представители этого отряда. Однако
в ряде случаев некоторые виды уховерток характеризуются специфическими особенностями биологии. Выяснилось, что молодые самки не проявляют даже проблесков родительской заботы. Лишь после спаривания какие-то внутренние механизмы запускают четкую программу поведения. Строительство норки, откладка яиц, уход за ними, забота о личинках – этот порядок строго определен. Уход за потомством – в общем-то, редкость в мире насекомых. В этом преуспели главным образом так называемые общественные виды – муравьи, термиты, шмели, пчелы, осы. Уховерток нельзя отнести к этой группе. Ведь у них нет ни совместного ухода за потомством, ни функциональных каст, ни развитой системы передачи информации между особями. И все же родительское поведение, обмен пищей и другие особенности позволяют говорить об уховертках как о субсоциальных существах, несущие в себе зачатки общественного образа жизни. Именно это привлекает пристальное внимание специалистов.